Завершающий в этом году сход граждан прошел в Вольнинском сельском поселении. На мероприятии собрались неравнодушные жители села, чтобы ознакомиться с отчетом главы поселения и узнать о планах на предстоящий год. Руководитель поселения Мурат Хагоров выступил перед аудиторией, подробно рассказал о проделанной работе и представил планы на будущее. Немаловажное значение в вопросе здоровья имеет физическая культура и спорт. Развитие физической культуры и спорта в Вольнинском сельском поселении уделяется особое внимание. Центром притяжения для всех стало функционирование физкультурно-оздоровительного комплекса, открывшего в самом начале этого года современный общественный, отвечающий всем требованиям комплекс, где в течение года уже успели провести череду соревнований по нескольким видам спорта. Здесь мы секции дзюдо и самбо, которые посещают 40 детей, бокс 35 детей, настольный теннис 30. Фитнес-зал посещает от 210 до 300 человек в неделю. С 15 декабря текущего года также планируется проведение спортивных соревнований по дзюдо. Уважаемые участники совещания, приоритетным направлением деятельности администрации сельского поселения является исполнение тех полномочий, которые определены в 131 федеральном законе об общих принципах местного самоуправления Российской Федерации и устава муниципального образования Вольнинского сельского поселения. На 2023 год был утвержден бюджет поселения в сумме 65 331 тысяч рублей. Из них собственных доходов 8 миллионов 60 тысяч рублей, в том числе НДФЛ с доходом 902 тысячи рублей. Единый сельхозналог 549 тысяч рублей, налог на имущество 793 тысячи рублей, земельный налог 2 миллиона 784 тысячи рублей, доход от уплаты акциза 3 миллиона 31 тысячи рублей, субсидии 54 миллиона 16 тысяч рублей. Это благоустройство территории социально значимого объекта. Субвенции 321 тысяч рублей. Межбюджетные трансферты 471 тысяч рублей. Доходы и штрафы 6 тысяч рублей. Инициативные платежи 379 тысяч рублей. За прошедший период проведены следующие работы. По благоустройству. По программе комплексного развития сельских территорий были произведены следующие работы. Реконструкция подъездной дороги к социально значимым объектам села Вольно, улица Гагарина и Губанов. Цена контракта составляет 38 137 тысяч рублей 127 рублей. Реконструкция подъездной дороги от автомобильной дороги регионального значения до Дома культуры села Вольно, СТК Набережная. Цена контракта 14 241 тысяч рублей. По программе бюджетного инициирования провели строительство тротуара и уличного освещения по улице Чапаева села Вольно на сумму 2 378 тысяч рублей. Из них 1 726 тысяч рублей было выделено из республиканского бюджета, 272 тысячи рублей из бюджета поселения, 379 795 рублей для бюджетных источников, это деньги предпринимателей и жителей поселения. На хуторе Кармане и Троицком была проведена работа по увеличению мощности уличного освещения и дополнительно установленные фонари уличного освещения по улице Свободы Мира и переулок Воздушный. Строительство уличного освещения по улице Ленина. Произведен ремонт уличного освещения. Расчистка и поклевка лесополосы. Благоустройство территории. Установка камеры видеонаблюдения по улице Ленина. Градирование улицы переулка. Вырезка деревьев окружающих жизни и здоровья граждан по улицам и переулкам. Ленина, набережная Чапаева, а также на кладбище. На 2024 год планируем следующее. По программе бюджетной инициирования сделать строительство уличного освещения по улице Международной, село Вольно. Также по улице Международной заменить трубу на узком участке автомобильной дороги. Отсыпка гравия следующих дорог улицы переулка в поселение. Улица Ленина, это Гимеровский, переулок Пионерский, Почтовый, Набережная, Степная, Виноградная, Маяковская, Кутер Шелковников, улица Мира. Увеличение уличного освещения хутора Шелковника по улице Свободы Мира, по улице Мира. Ямочный ремонт дорог, ремонт уличного освещения, благоустройство территории,
Вырубка от деревьев, угрожающих жизни и здоровью, фабрицы, медицинских людей, также и на кладбище. После главы поселения выступил участковый уполномоченный полиции, который представил отчет о проделанной работе в сфере обеспечения безопасности и правопорядка в поселении. За отчетный период от граждан поступило 260 обращений. С начала года оперативная обстановка остается стабильной. Было совершено 23 преступления. Из них остается нераскрытых это 2. Также было у нас совершено 202 административных правонарушения, это по разным статьям, это появление в общественном месте алкогольного опьянения, также распитие в общественных местах, неуплата административных штрафов, это было составлено 64 протокола на граждан, семейно-бытовые конфликты, которые вышли в побои, это было привлечено 8 человек к ответственности. Так, за отчетный период также было совершено 10 ДТП, но без пострадавших. В сравнении с прошлым годом у нас было 9, также без пострадавших. Целых выявлений и раскрытия преступлений на административном участке проводились следующие операции. Это арсенал, рецидив, а также проводились мероприятия по выявлению, осуществлению незаконной реализации спиртосодержащей жидкости. И было привлечено 2 гражданина, Жители села имели возможность высказать свои пожелания и задать наболевшие вопросы, чтобы быть в курсе дальнейших действий и участия в жизни своего поселения. Мероприятие завершилось выступлением главы района, который проанализировал результаты схода и подвел итоги. Он рассказал о планах и задачах по благоустройству в поселении на 2024 год. Заур Хамирзов отметил важность активного участия граждан в процессе принятия решений. Таким образом, сход граждан в поселении стал платформой для общения и обмена мнениями между жителями и органами власти.